Погнали. Здравствуйте. В прошлый раз я рассказывал о розетке термореле с циклическим таймером. Сегодня речь пойдет о более простой и бюджетной версии. Данный прибор выполняет функцию только термореле. Прибор имеет стандартную вилку на шнуре длиной 1 метр. На корпусе есть дисплей, индикатор включения реле, кнопки управления, универсальная розетка. На проводе длиной 90 см есть герметичный датчик температуры. Сзади есть выемка для крепления прибора на стену, табличка с основными характеристиками. Прибор крепится винтами с крестом, что позволит в случае чего быстро и просто его разобрать. Габариты прибора 12 см на 6 и на 3 см. Прибор работает в сети 110-230 вольт 50 Гц. Диапазон измерения температуры от минус 50 до плюс 110 градусов Цельсия. Максимальный ток прибора 10 ампер, то есть мощность подключаемого прибора не должна превышать примерно 2 кВт. При включении прибор показывает текущую температуру. Чтобы посмотреть настройки, надо коротким нажатием нажать клавишу вверх, и это будет температура включения. И клавишу вниз, это будет температура отключения, 40 градусов сейчас выставлены. Чтобы настроить порог включения долгим нажатием, нажимаем на кнопку вверх. Замигали цифры, и кнопочками вверх и вниз можно выставить нужную температуру. Пусть у нас это будет 27 градусов. Помигали, и значение сохранилось. Проверяем. 27 градусов. Чтобы выставить порог отключения, зажимаем кнопку вниз. Замигала цифра 40. И выставляем, например, 30 градусов. Все зафиксировалось. Теперь у нас 27 и 30 градусов. Подключим фитолампу в качестве прибора обогрева. Сейчас поднимем температуру до 30 градусов. Все, температура превысила 30 градусов, и прибор у нас отключил обогреватель. Теперь температура будет опускаться до 27 градусов, которые мы выставили. Пока температура выше, прибор отключен. Как только будет температура ниже 27 градусов, прибор опять включится, и так будет продолжаться все время. Соответственно, снова будет нагревать до 30 градусов. Чем меньше будет разница между порогами включения и отключения, тем точнее будет удерживаться температура. И, соответственно, меньше срок службы обоих приборов, так как частое включение и выключение никому не идет на пользу. Это был вариант использования прибора для нагревателя или тена. Если выставить температуру включения выше, чем температуру отключения, то прибор сможет уже управлять приборами охлаждения. Это вентиляторы, холодильники, морозильники и прочее. Прибор имеет энергонезависимую память, поэтому настройки все сохраняются при отключении света. Включаем и проверяем. 27 и 30, все как было. Если зажать обе клавиши, можно будет откалибровать прибор кнопками вверх и вниз, тем самым внеся корректировку в точность измерения. Если после этого еще раз зажать две клавиши, то появится три цифры 8. Это значит, что прибор откатился к заводским настройкам. То есть теперь у него будет 25 и 40 градусов. И все корректировки температуры тоже отойдут к заводским настройкам. Проверяем. 25 и 40. Данный прибор прост и надежен, имеет широкое применение в быту. Можно управлять вентиляторами, морозилками, тенами, радиаторами, тепловыми пушками, каминами, электроплитами, водонагревателями и даже можно починить холодильник, у которого вышло из строя реле. Прибор прекрасно справится с функциями сгоревшего реле, тем более, что стоит он, скорее всего, дешевле. Проще и дешевле такого прибора есть данный модуль, но о нем в другой раз.
Эти и другие товары вы можете приобрести в моем профиле Авито, ссылка в описании. Также я добавил ссылку на AliExpress. Поскольку цены я поддерживаю плюс-минус похожие, выбор между AliExpress и моим профилем будет не так очевиден. Тем более, что доставка от AliExpress занимает от 2 до 8 недель, а доставка с Дек или Авито до 1 недели. Более того, товар можно пощупать и проверить, так как есть самовывоз из Санкт-Петербурга. В моих профилях огромное количество товаров для электронщиков и тех, у кого уже, казалось бы, все есть. Там легко найти недорогой, оригинальный, а главное, очень полезный подарок для ваших близких. Отзывы на профиль говорят сами за себя, я никогда не просил, чтобы их оставляли. Но испытываю большое удовольствие, когда получаю их. Так что решил попросить вас оценить данное видео и написать комментарий под видео. Вне зависимости, положительный или отрицательный. Я планирую выкладывать видео описание на все товары, что у меня есть. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Могу организовать поставку партий товаров из Китая по ценам существенно ниже, чем на AliExpress. Работаю с заказами от 10 тысяч рублей, срок доставки 1,5 месяца. Обращайтесь. Спасибо за просмотр и удачи!